Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на видос, если хотите еще одну новую серию троллинга. Чем больше лайков наберем, тем быстрее она выйдет, поэтому побежали быстро. Я не понял, а это что такое? Это что я вот так, ты на подставочке, да? Ну вот, все, лох просто, лох! Все понятно, вот так вот. Все понятно, да. Я припомню. Да. В общем, ребята, как видите, Жека у нас реально немного сумасшедший, поэтому в этой серии я ему докажу то, что это действительно так. Кто смотрел «Остров проклятых»? Плюсик в комментарии напишите, потому что в этой серии Жека все же поймет то, что он немного сумасшедший. Точнее, немного, мы его нахрен вообще засадим в психушку, и Жека оттуда никогда не выберется, потому что в этой серии мы ему докажем то, что Жека, ты прям... съехал с катушек. Поэтому сегодня он попадет в психбольницу, я вам больше ничего не буду рассказывать, ребята. Сначала пойдем пройдем его карту, а потом вернемся на нашу. Поэтому, ребята, погнали. Ну что, Эдисон, ты уже готов пройти на мой троллинг? Я готов как никто же. Никто. Как никто же. Эдисон, пошли. Знаешь, что я хотел тебе сказать? Ну, подожди, пока постой на одном месте. Я вот тут, я тут удобно, Жек. Хорошо, я постою. Ну постой, хорошо. В общем-то, Эдисон, слушай, ты знаешь, вот есть такая песня у группы Грибы «Тает лед». Ой, не-не-не-не-не, она очень старая вроде, уже ее все забыли. Ну, все равно, Эдисон, понимаешь, просто каждый видеоблогер сделал на эту песню пародию, набрал кучу просмотров. Хайпанулся, понимаешь? Вот, понимаешь, а я думаю, что, мы вот хуже с тобой, что ли, или что? Вот именно, я тоже так думал, ну, а что дальше, Жека? Короче, Эдисон, мы должны с тобой сделать пародию на «Тает лед», ну, точнее, ты ее хочешь сделать, вот, и ты будешь что-нибудь делать в моем троллинге. Срочно, беги в аэропорт, тебе нужно срочным образом ехать в Россию и записывать клип, Эдисон, быстрее. Да я не успею вот эту карточку сразу взять. Я не успел сразу карточку взять. Мне нужно прямо прыгнуть до сундука, не знаю, там попробуй, я не сильно. Ах ты, засранец. Со своими водой вот этой прок... Ну быстрее, Эдисон. Проклятой водой. Всё, так, ну, красава, Эдисон, беги быстрее домой. Сам ты красавица. Так, прибежал, ну. Так, Эдисон. Что, в принципе, дома ничего не нужно делать, всё. Дома ничего. Пасать надо, где туалет? Да туалета нету, пофигу. Быстрее, пасышь кустики, быстрее. В смысле? Аэропорт захватили португальчики. Какой аэропорт? Так. Ой, украинцы, а что украинчики тут делают? Не знаю, они тебя спасут, Эдисон. Спасибо, украинчики, спасибо. Так, они меня реально спасли, ну. Украинчики тебя спасли, Эдисон. Слушай, короче, ну. Еще одного вот этого убейте. Давай, молодцы. Всё, отлично, так, отлично. Всех убили. Эдисон, тебе нужно срочно в аэропорт попасть. Ты сюда паскуда! Всех убью! Еще вот этого, пацаны, убейте, спасибо. Минус португальчики. Эдисон, ищи быстрее проход. Как тебе нужно найти проход? Вот. Ну. Да, угу. Пароль нужен. Ну пароль, быстрее, пароль! Откуда я знаю, какой пароль? Ну ищи! 0-0-0! А, так, хорошо. А может 1-1-1-1, нет? Да нет, Эдисон, так не получится. Давай ищи. Опа. Опа, подсказка. В смысле, а что за подсказка? Ага. Какая подсказка. К черту подсказка? Тут никакой подсказки. Ты подумай, посмотри на этого NPC, подумай. Что он тебе напоминает? Ну, дьявола типа, или... Да, дьявол, а вспомни нашу недавнюю серию способов. Ну и... Сайдисон, молодец! Только это... Ой! Ой, в аэропорту какие-то странные непонятные вещи. Что это за... Необъяснимо, ну факт, так. Так. Короче, быстрее садись в самолет, и тебе нужно срочно отправляться. Жека, дерьмо, у тебя самолет, ты еще на мой гнал, у тебя вообще... У меня места не хватило. Если самолет взлетает, и ты летишь в Россию. Опа, я прилетел, да? Не, я телепортировался, а не прилетел. Но... Так, все нормально. Эдисон, быстрее на съемочную площадку, быстрее. Эдисон, все уже готово. Я уже все заранее в тебя подготовил. Конечно, текст ты еще не успел написать. Ну, на ходу что-нибудь сочинишь. Короче, я тут нашел вот массовочку, да? Массовочку? Вот. Коричневая макосина у них, да, как я вижу? Да. Эдисон, знаешь, автобуса у меня, к сожалению, не было, поэтому берусь поставить. Да ничего, картофан сейчас с этого грузовика будем выгружать. Ну. Нормально, ты, в принципе, готов, да? Ну, ты уже придумал, что будешь петь. Нет, ты как раз таки не... Может, не оригинал, просто петь и все. А, ну ты подумай, что тебе можно сказать. В смысле, знаете, ребят, как будто я фристайлер какой-то, я сейчас на ходу должен что-то придумать. В смысле? Эдисон, ты хочешь популярный или нет? Все. Камера, мотор! Как это подожди!
Летает лед, теперь нас никто не найдет. Мы угробим Новый год, и полиция нас точно прибьет. Между нами тает. Снято! Отлично! Похлопаем все вместе, дружно Эдисону! Песенка на Новый год у нас будет, Жек. Ну. Эдисон, ну знаешь, тут не так все просто. Знаешь, что не так просто? Копы так не любят нас! Я ж сказал, полиция нас не найдет! Эдисон, копы не любят нас! Да как не любят? Все любят! Мы с копами вообще... Мы с копами дружим! Дебил! У меня очень короткий троллик получился, я это полнейшая наркомания, но я тебе говорю, после этого видео наши каналы взлетят. И нам в этом помогут наши подписчики. Хорошо. Если вам понравилась, ребята, камерная песня «Тает лёд», ставьте лайки, распространяйте это видео. Мы угробим Новый год. Пошли, Жек, ты псих! Иди сюда, Жека, иди я сюда. Я псих? Подожди. Так, Жека, короче, тихо, Жека. Можно воды, где вода? Воды нету. Жека, ты что, дурак? Я ж псих. Не, ну я образно, Жека. Короче, в этой серии знаешь, ты кем будешь? Ты будешь детективом. Психом! Нет, детективом, обычным детективом. Вот. И вот тут в этой психушке произошло что-то странное, Жека. Потому что знаешь почему? Потому что многие подписчики у нас просят, мол, выпусти новую серию детективов. А вот я выпустил в троллинге, да? Поэтому, Жека... Подожди, я следопыт, я должен раскопать снег. Что-то по снегам. Следопыт, да. Но тут произошло что-то странное в этой психушке, очень странное. Поэтому тебе нужно все расследовать. Что тут такое? Тебе надо как-то попасть внутрь, тебе надо найти кнопочку. Я хочу психушку! Давай, ищу кнопочку. А мне искать в сундуках, да, Ён? Да, к ней хочешь. Ну тут, конечно, ты годик где-то угробишь, чтобы все сундуки перерыть, да? Да, ну я сыщик. Ты сыщик? Смотри, по логике. По логике. Устроить много сундуков. Наверное, мне нужно открыть вот этот сундук. Нет. Логика какая-то неправильная. Нет. Неправильно у тебя логика, Жека, неправильно. Я плохой детектив. Да, ты плохой. Но ты подожди, тут много всяких загадок странных, много загадок. Да. Жека, подумай неординарным путем. Опа! Ага, я понял. Неординарный путь. Вот он. Ага. Кнопочка. Сыщик в деле. Ну, батя в здании. А куда идти? Подыхай сейчас. Ага. Нет, ну это как бы вообще не рассчитывает с другого какого-то троллинга осталось, Джека. Ты вообще должен был вот так пройти. Вот смотри, ты должен был вот так был пройти. А чё, мне нравится. Я тут постою. Постои. Так, убили. Ну ты сейчас узнаешь, кто его убил. Поэтому иди сюда, Джека. Ты поехали. Постоянно тут спаунпоинт где-то в жопе. Давай. Так, хорошо. Так, я открываю дверь. Не работает, Эдисон. Почему не работает? А что не работает? В смысле не работает? Дверь в Майнкрафте не работает. Что такое? Жека, ты у нас... Что за хрень, Жека? Дверь в Майнкрафте не работает. Помоги. А, да потому что это гостблок. А, ну вот видишь, и так можно пройти было сначала. Вот, Жека! Ах ты же! Ну а что не работает? А, вот, в общем, ребята. Я понял, ага. А чё ты понял? Ага, понятно. А чё, да ничего там такого нет. В общем, Жека, это психушка, тут прошло тут что-то... А что всё горит? Ничего не горит, все нормально. Я слушаю, что-то Жека, горит. Расследуй, что тут не так? В психушке произошли какие-то странные вещи, Жека. Что не так? Тут карта с сокровищами. Я хочу с картой сокровищами. Да. Как так. Надо как-то посмотреть, что тут не так. Ну тут явно что-то не так. Тут явно что-то не так, кроме пола невидимого. Тут явно что-то не так. Детектив, включайте свою логику. Так, ну хорошо, я проверю шкафы. Я проверю шкафы, в шкафах ничего нет. В тумбочке не открывается. Записи. Не, ничего нет. А, вот это меня вот это напрягает как-то. Так, ну подожди. Нужно включить логику детектива. Логику детектива. Может быть что-то здесь? В доске? Не, ничего там нет. Ай-яй-яй-яй-яй, как сложно. Детектив, вы подаете, сдаете свои позиции. Давай. Подожди, я сейчас изображу. Логику детектива, значит, да, включить? Логику детектива. Знаешь, так можно в жопу твой троллинга, просто я ухожу с него. Алло, куда? Все, мне нравится заканчивать. Да, сложно. Побег не удался, но я попробую еще раз. Давай. Собака за своими невидимыми блоками. Да хорошо, я тебе проще сделаю, заколебал, нуб. Давай. Все, отлично.
Так, куда мне нужно идти? Вот тут, кстати, вот тут, наверное, скрывается проход в другую комнату. Вот тут тоже кто... Не знаю, что тут, Джека. Может, ключ, может, карточка, может... А каким образом я должен понять, как это проходить? Ну, удача. Я понял, хорошо. Мне удача точно не сопутствует, я понял. Давай, 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 Жека, давай. Да я не понимаю, Десант, как тут пройти? Куда бежать? Давай, 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 давай. Ай, как ты заколебал, заколебал. Заколебался умирать. Эдисон, я не понимаю, как это пройти, чертовы твои кнопки, они не работают. Жека, доктор вернулся, иди сюда, доктор вернулся. Доктор, он сейчас расскажет. Доктор вернулся. Чё за доктор? Чё за... А чё ты доктора грохнул, дебил? Да блин, если я его только треснул... Ну, карточка, в принципе, нормальная. А чё ты его грохнул, доктору? Как... Так, хорошо, ладно, пошли. Да какой-то странный был доктор. Да в смысле, зомби? Обычный... Какой зомби? Ну, окей. Доктора грохнул. Давай, ладно, Жек, проходи дальше. Чё-то странное творится в этой психушке, я вообще не понимаю, если честно. Да я тоже вообще ничего не понимаю. Какие-то что-то неприятные у тебя какой-то троллинг. Собака! Какая собака? Нет тут никакой собаки. В смысле непонятный троллинг? Пришёл доктор. У меня спаунпоинты не работают. Встань, ты заколебал. Давай, поставь вот тут спаунпоинт, поставь. Спаунпоинт. Я не понимаю. Я до сих пор не понимаю, почему он доктора грохнул. То есть, я не понимаю, как это такое пройти, может, я не понимаю. Чё пройти, просто... Я заколебался падать в пучину без создания. Ну просто пробежал дальше и всё. Дальше пробежал. Да иди ты в жопу со своим пробежал дальше. Дальше пробежал и всё, ну как бы, а чё такого? Как? Дальше. Вот бежишь, пробежал дальше, вот давай дальше. Куда дальше? Ну дальше! Какие не видим блоки? Ну все просто. А, ну понятно, ну... понятно. Ай, что бы ты халямараса ты. Сам ты халямараса, давай, давай. Так, ты поедешь. Ну что ж ты делаешь? Говорю, не работают спаунпоинты, говорю. Давай, давай. Шокарный ты бабай. Я тебя понял. Я уже, я тебе сейчас это, я сейчас начну бомбить. Я тебе понял. Твою мать. Так, давай, давай, бомбить. Не надо бомбить, Жека, не психуй, это самое главное. Я ненавижу паркур, сраный паркур. Так, Жека, тихо, тихо. Вот тут надо тебе расследование провести. Вот расследование. Следования, да? Вот ты детектив у нас, да? В общем, Жека, в общем, Жека. Тут самый главный вопрос в твоей жизни сейчас будет. Да. Вот. Сколько людей тебя любят в Майнкрафте, Жека? Вот. А, ну тут нет ответа 1,5 миллиона. В Майнкрафте, вот сейчас на карте как бы. Вот, вот, тут в нашем троллинге. В нашем троллинге? А, я не знаю. Ну, если меня не любят, ну что он меня это обзывает постоянно, поэтому тут нет ответа 0, Эдисон. Почему? Ну хорошо тогда. Нажимай один, типа. Ну хорошо, ну давай, 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 признавайся, давай, признавайся. А чё? Да, да, как бы, ну хорошо, ты меня раскусил, допустим, допустим. Ну. Стой, подожди, что допустим, давай говори нормально. В смысле? Чё говорить? Ответ убирай, не пудри мне голову. Ну смотри, ну, как бы на этой карте единственный человек это ты, да? Ну доктор меня явно не любил, потому что я его убил. Вот, ну смотри, то есть, ты говоришь, что тут нет, да, цифры 0. Значит, должен быть хотя бы один. Но ты меня не любишь, понимаешь? Значит, признавайся давай. Ну допустим, допустим, вот нажимай на единичку. Не, давай не допустим, давай ты вот мне скажешь, давай. Да давай, нажимай на единичку. Не, ну давай ты вначале скажешь, потом нажму. А так и не нажму, тут нету нуля. Ну добавь кнопочку 0. Ну подожди, подожди. Ну как бы ты можешь проверить вариант, да? Ты можешь нажать на единичку и узнать, правильно это вариант. Не, я не хочу ничего, я сыщик, мне надо сразу правильно. Отстань от меня, нет. Подожди, подожди, а ты же забыл Стефана. А что, Стефан есть на этой карте? Ну, как бы, я имею вообще в виду всю рубрику троллить, понимаешь? А Степан ладно, тебя любит. Хорошо, хорошо, тогда один давай. Угу. Не, это неправильный, да, ответ? Не, это неправильный, Жек, это неправильный ответ, давай. Ну, если неправильный, то... Чего? Не хочу проходить за нами. Ну, хорошо, ой, хорошо. Куда это пошло? Давай, давай. Ну, ладно, хорошо. Ну, ты меня не любишь, и Стефан меня любит. Кто меня еще может любить? Ну, не знаю. Ну ладно, пофиг, допустим, 2. Ну, опять неправильно, мне кажется, вот видишь, просто... 3. Потому что тебя любит и Стефан, и Ибрагим, и твой сыночек Митрофан, понимаешь? Все тебя любят. А Ибрагим-то бы тебя любит, меня он... Он тебя любит, он просто скрывает вот это. А, подожди, иди сюда. Ты как бы нажми на 3, нет? А, на 3, а, да, кнопочка. Ты же просто, ну, тебе дальше надо пройти, не, ничего. А, да, ну ладно. Подожди. А зачем ты сразу пошел на тебя? Иди сюда, посиди отсюда! Тебе все, больше клетки, псих сидеть! Детектив! Хорошо, хорошо, давай, выпускай. Так, сколько времени ты проходишь эту карту? Так, ну примерно где-то 7 минут, я думаю, да.
Как кажется. Как кажется. Что это значит, как кажется? Не знаю. Нажми на другие кнопки. Как кажется. Как кажется. Как кажется. Как кажется, как кажется, как кажется. Чё, всё? Ну нажми на ещё на одну кнопку. Точно не так. Всё точно не так, как кажется. Да, всё точно не так, как кажется. Тебе ещё одну, тебе ещё одну надо кнопочку найти. Вот где она? Где-то вот тут должна быть кнопочка ещё одна. Поищи, Жека, поищи. Поищи. Скрытые проходы. Всё точно не так, как кажется. А что не так кажется? Детектив, что я не еще, так? Я еще не понимаю, что ты несешь! Опа, опа, опа! Нашел! Проходи! Проходи! Все, пока. Так, ага. Давай, так. Ага. Так, Жека. И что это я обратно сюда вернулся? Зачем это я сюда? В смысле, пациент, зачем ты сюда обратно вернулся? Мы же на прогулку выходили. А, ну да, 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 точно. В смысле точно? Чё точно? Да я ничего не понимаю, что ты несёшь вообще. В смысле точно? Играй тут каких-то там детективов, пациент, что с вами, сумасшедший, а? Мы на лечение ходили, пациент. Какие детективы? Лечение? Какие детективы, пациент? Вам что-то в голове там кажется, всякие детективы. Это воображение ваше, пациент. Так, давай ты вообще-то не будешь. Я нормальный человек вообще-то. Почему нормально? Вот я проходил просто твою карту. Нет, как бы, Жека, хорошо, да, давайте, пациент, я вам напомню всю историю. У вас украли золотую кнопку, украли канал, вы вообще съехали с катушек, и уже как полгода сидите в психушке. Нет, не было такого. Да вот ты в психушке сидишь. Да нет. Да вот, да, в психушке. Потому что ты еще мало того, что убил Стефана, Ибрагима, еще и Митрофана, они тебе постоянно в снах страшных видятся. Нет, это не да, правда. Да. В общем, я нормальный! Дай, да, все мы видим, какой ты нормальный! Какой нормальный? Давай, спать, пациент! Я сейчас тебе посплю. Пациент, давайте, хватит в этих ваших детективов играть, давайте спать, все. Я сейчас посплю, я вам устрою еще. Что вы устроите? Что вы устроите, пациент? Я вас уничтожил! Какие уничтожил? Полгода в психушке сидели, а? Еще будете сидеть какой? Столько же. Неправда, это все ложь и провокация. Короче, пациент, я не знаю, что у вас там в башке вашей психической творится. В общем, давайте спать. Все, давайте спать, пациент. Давайте, спите. Слышь, человек, кто меня бьет? Кто тебя бьет? Пациент. Пациент, вы вообще в своем уме, пациент? Кто вас бьет? Демоны, духи. Какие демоны? Ага, опять ваши кошмары вот эти в голове. Ну, да, Митрофаны. Я сумасшедший, да. Выпустите меня отсюда. В смысле сумасшедший? Куда сумасшедший? Чё сумасшедший? Давайте спать, пациент! Полгода уже сидите вот тут тихо. Кто бьет? Тут никого нет. Ой, короче, я не знаю, что у Жеки там. Ребята, в принципе, как я вам говорил в начале троллинга, то что наш Жека сошел с ума после вот этих всех происшествий. Неправда! В смысле неправда? Какие-то демоны у него там в голове, кто-то не бьет. Какие-то детективы. Пошел он, короче, разгадывать какой-то там. Что там пошел, Жека, детектив? Куда ты там пошел? Ты сказал мне разгадывать преступление, я Шерлок Холмс. Ничего, я завел тебя в психушку, потому что ты псих и все. Пошел, разгадывать, пересмотрел там Остров Проклятых, пошел там разгадывать что-то. Я не знаю, что Жека вообще происходит сегодня, Жека. Да. Видеть он каких-то там, ну. Да, ну давай, говори. Товарищ, сядь. Сел, товарищ. Товарищи. Мы хотели бы вас попросить поставить огромный лайк. Да, потому что чем больше лайков эта серия наберет, и у меня, и у Жеки, тем быстрее выйдет следующая серия троллинга. Поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте огромный палец вверх. Да, ребята, и пишите в комментариях, вот пишите, как я красиво сейчас бью вот Эдисона, вот так вот возьму, так вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ах ты ж падла! Ладно, вообще не важно, ребят, я убью его за кадром. Не убьешь ты меня, никуда ты меня не убьешь, что ты убьешь? Давай заканчивай серию, дебил, псих! Да, да. Сейчас, подожди, я сейчас тебе закончу серию. Я сейчас тебе закончу серию. Чё ты от меня хочешь, придурок, а? Отстань! Я его уничтожу, не переживайте. Вот ты какие там. Умирай, да, умри. Отстань от меня, псих ненормальный! Он с ума сошёл, ребята, вы скорую вызывайте! Я ливаю нахрен с этой карты сумасшедшего. Ребята, до свидания. Он с ума сошёл, вызывайте.